Мотоспорт, лифт Витамин Тим. Мы на Феофане. Сегодня катаем. Так, дорогу перегородил кран. Пока стоим, ждем. Я стоял в пробке по дороге сюда, еще и здесь стоишь в пробке. Прикинь. Ну твоя машина-то хоть там. Охренительно. Саша, вопрос жизни и смерти. Кто сильнее? Супермен или Бэтмен? Муравей. Илья. Сила оператора. Оператор, чтобы толкать машину. Пробуй. Что делать? Давай. Давай. Есть? И что? Жене. Ты же, наверное, крутил до усрачки, да? Нет. А как что, аккумулятор посадил вот так сразу, что даже полоборота не делает? Будет жить бензонасос? Будет. Машины. Ничего, отдыхает. Но там такое место опасное, там щебня насыпало нормально. Ну да, я там два раза уже колеса поправлял. Television stations that enslaved the nation. I was raised on Gorbachev and Reagan, microwaving dinners while finishing ninja gating. Started incinerating every bike I walk. It's like I smoke radioactive isotopes that melt the pop screen so the speakers glow green. No man or machine can stop a microphone being shrink rappers. Надо стричься. Секрет в том, что если ты вылетаешь оттуда на нормальной скорости, то тогда ты можешь туда дотянуть. Потому что если у тебя здесь скорость небольшая, ну ты не дотянешь. Y'all are soft and fake as Bud Bundy. I rap on tracks and get paid with blood money. Do what the world can't touch. My style on the mic. On the mic view. У меня крыло получилось. Все эти самые крепления просто бах и вылетели. Вообще все болты. Есть? Нет, не боюсь. У тебя есть ножик? Оператор без ножика не ходит. Ему надо охранять камеры.